всем привет. А то скажешь, что я не здороваюсь. Короче, мы сегодня я просидел почти целый день просидел. Почему почти целый день дом просидел? Целый день просидел дом, потому что лупил дождь. Вот под вечер вроде как получше стало, решили пойти погулять. Ну уже это, задница тяжелая стала, надо ее как-то разносить. Вот, ну и пошли, а проходим, говорят, вот это вот участок продаются, 200 тысяч вместе с домиком. Ну он такой небольшой участок. Да. Ну может здесь, может не здесь, но я видел, что вот такой дом продают за 200 тысяч песо. Да, что, нормальный домик? Но только это не клин тайтл, а мадер тайтл. То есть наверняка есть еще какие-то владельцы, да, просто и надо... Понятно, узнавать, да. Поделить деньги, конечно. Твои. То есть ты выплачиваешь половину суммы, хрен знает кому, потом вторую половину суммы, а потом уже за целый дом платишь. То есть получается двойную цену. Я шучу, конечно, но вполне вероятны такие схемы. Когда ты купишь дом с участком, да, вдруг появляется брат жены, сестры, мужа. Короче, хрен поймешь, кто, и все хотят денег, дай денег. Дай. Ну, мы сегодня вам просто покажем наши окрестности, что здесь есть. Не наши окрестности. Ну, здесь, окрестности, где мы снимаем жилье. Да, мы не ходим по центральной улице, мы боимся, мы ходим за закоулками, потому что здесь спокойней. Вот, поэтому пойдем сейчас ловить на свою попу приключений. Ну, так просто гуляем. Мне кто-то говорил, козлов заведите, да? А я их терпеть не могу. А что ты их не любишь? Ну, не люблю, не знаю, потому что сам не козел, и козлов терпеть не могу. Ну, не знаю, может, наоборот. А может, наоборот. Напоминает этот самый, как его, Абхазию, да, поселок этот. Нет. Немножко напоминает. Но если не брать в расчет кокосы, типа, что вот так же было. А-а-а. Козы какие козлы, посмотрите. А вон там, посмотри, еще смешные такие. Вань, с другой стороны, вон. Ага, вижу. Братцы, акробатцы. Ну? Два брата, хрен да ухо. Ничего, если что, он хочет. Давай. Хочет атаковать меня, хочет. Да нет, брата почувствовал. Понятно. А вот тоже, наверное, домик продают. Может, этот дом? Нет, там другой был, получше. Получше. Нет, тоже дом. Здесь тоже чисто участок, просто засаженный, все. Слушай, мама скоро появится. Да. У нас же тоже растет, да? Да, растет. Но я думаю, его надо подрезать, что-нибудь такое. Ну, ухаживать надо за любым деревом. За всем ухаживать надо. Ты он, если жену свою гладить не будешь, она может потом покусать тебя, поцарапать. Связь есть. 5G. Рядом совсем стоит эта 5G. Вышка. 5G, да. 5G. Вон, видишь, LDR какой-то. Такой яркий. Угу. Вот. Мы вот думаем, на перепутье. Нам туда пойти? На распутье, да. Или вот туда. На распутье. А вот смотри, есть распутье, да, слово, есть распутица. Распутица это танки Гудериана под Москвой, а распутье это куда пойти, два пути. Ну что, пойдем туда? Ну пойдем. Пойдем в Подмосковье. Так, вот вышли на поляну какую-то, да, смотри? Это аэродром был. Ага. Ну там домичек красивый, паяк стоит. Ну да, аэродром там настоящий. Дождь пошел. Ну, как всегда, да? Пошли до утра сидеть тут дома. Под дождем. О, это вот как у нас, это, я вот видел такую вот загородку в деревне на Псковщине. Там у дядькиной тещи корова была с телком, она их выгоняла с утра. Вот такая же хрень, только там жердина. И пошла, погнала. Женщина такую жердину. А сыновья храпака задают рядом с бидоном, с брашкой вместе. А мамка, блин, пошла корову выгонять. Вон как раз дорога. То есть мы можем на дорогу спокойно выйти. Вот там. По грязи идти. Вон там. Но по грязи не пойдем, да, назад пойдем просто. Пойдем лучше тут. Да. Батя надеется, что завтра будет хорошая погода. Да, я очень надеюсь, потому что я уже устал от безделья. День посижу дома, все, у меня все болит нафиг. Когда работаешь... У меня палец почти зажил, кстати. Как молодой, я вообще уже посуду мочил. Да. Вот думаю, может, я зря мочить погубил. Не, не зря, ребят. Не зря. Если он тебя начинает грызть твой же собственный инструмент, то нахрен такой инструмент нужен. Кстати, кто-то сегодня лопату купил новую. Да, я сегодня лопату купил.
Будем точить? Да. Или я завтра сам заточу? Да вместе поедем, что ты один с ним поедешь. А что ты там будешь делать-то? Ну, когда ты завтра поедешь? Ну, я завтра поеду один, что вы там будете делать? Кот, как обычно, спит на своем месте любимом, да, кот? Он так целый день может спать, но ночью бегает постоянно. Так, мумаечка у нас там готовит вовсю. Сегодня у нас будет лумпия. Лумпия будет, да. Да, может, облачный уже готов. Лопатку я сегодня купил. Такую зелененькую, красивую. Слушай, золотая ты, что? Слушай. Как колокол в церкви, да? Колокол. Да, правда, она коротенькая, но я взял такую, чтобы потом можно было черенок другой поставить, да и все. Ну, может, и не надо будет. Ну, а может, и надо будет. Кот, это тебе лопатка. Ты копать будешь. Он скажет фигла. Петрович. Так, тут у нас свиной фарш и чеснок. Свиной фарш, чеснок. Там мальчика уже нарезала, как это называется, морковку и капусту. Соль и перец по вкусу добавляем. Что вы хотите сказать? Я не могу сказать, ты как гестапо какой-то. Так. Розетка? Да. Ну, как вы уже поняли, сели мы трапезничать. Будем мы сейчас трапезничать. Вот, Маечка приготовила лумпию. Тебя будут убивать скоро за это трапезничать. Они любят просто это слово. Вот, я не могу их лишить этого удовольствия. Вот. Попробуй, вкусно. Хрустящие. Ну как? Вкусно. Отлично. Спросил рисовое, она говорит, нет. Лумпия, не с риса сделана. А толненький блин такой вообще. Как они готовят, не знаю. Мне нравится. Так, всем привет. Наконец-то мы выбрались из дома. Вот, и... приехали домой, грубо говоря, да, к бате. Вот, сегодня, может, почистим немного. Я не знаю, что будем делать, но что не будем делать. У меня палец уже более-менее подживать начал, поэтому я уже могу что-то делать. Вот, потому что дома уже достало сидеть. Вот, маечка. Вот, батя уже немножко убрал тут. Он копошится. Вид сегодня хороший у нас. Хорошая видимость. Вот. А у меня этот есть, как его? Я консервы купил. Газа нет. Газа нет? Ну, есть дрова. Сырые. Ничего страшного. Где? Там наверху.
Так, я смотрю, тут батя кокосов заготовил для меня, чтобы я пальцы себе почикался, да? Кокосы для меня приготовился? А да, чтоб ты еще один палец шиканулся. Нет, я сейчас высыплю это. Надо хрючок поесть хотя бы, потому что я еще... Не ел, но мы тоже не ели еще. А вы будете мою хрючок? Не знаю, посмотрим. А ты видел, что у маечки это были? О, это помидорчики, да, по-моему? Да. Помидоры скоро будут, значит. Какие у меня интересные ботиночки. Так. Ну, она супер. Молодец. А лопата нам... Хорошая лопата, не? Лопата, я тебе скажу, она очень интересная. Она музыкальная. Да? Да. Не потому, что я матом пою, а потому, что она так поет. Она скрипит на все лады, как хочет. Вот ее в землю... Ну, наверное, из-за этой фигни вот, из-за нет, этого. Нет, она, видишь, слабоватая, по-моему. Ну надо другое делать это. Не, ну она нормально, ей очень удобно будет в песочнице играть. Ага. Да, очень удобно. Мешать раствор может быть удобно. Но копать ей неудобно. Смешно. Вот реально смешно копать. Она так пищит прикольно вообще. Так, ну маечка тут уже костром занялась. Мы уже поели. Батя сейчас будет продолжать копать, а я там немного травы убрал. Хочу сегодня посадить папайю, потому что у нас там папайя, она уже большая достаточно. Вот, ее надо посадить, по крайней мере 3 штуки. Ваня is digging to plant папайя. So strong. That's my husband. Ну вот, наконец-то вся шайка-лейка в сборе. Бортачина, как всегда, у меня тут. Ёлы-палы. Да, выкопал к чертовой матери этот лук, который там недоуродился. Сделал более-менее нормальную грядочку. Не знаю, маечка пускай что-нибудь сажает. Вот. Хотел папайю сегодня рассадить. Фигмам, детвора пришла. Да, поэтому пришлось мне работать. Вот, дубиналы уже присобачил. Думаю, сегодня отметки выдам. Поэтому будем сидеть допоздна, до темноты. Да, вот здесь у меня глина красная. Вот она. Это здорово. Вот сколько мы наковыряли. Ну, маечка тут работает у меня. Ваня работает. Один я болтаю языком. Шарахаюсь тут. Ну чё. Вот. Сделал вот такие терраски. Ну, для того, чтобы
хотя да, бы пройдет, сейчас, иди, иди, хотя бы грунт не выкидывать. Вот. Ну так уложил, как умею. Это у меня здесь клубника растет. Вот вторую терраску делаю. Ну просто для того, чтобы был грунт. А то я вон там нашвырял. Как бы нехорошо. Красиво сегодня. И главное, не жарко. Да. Смотрите, как горки такие. Горки, на которых еще не бывал. We're making small for mosquitoes. Так, мамаечка собирается делать какую-то вкусняшку в кокосовом молоке. Блин, уже очистила. My better do that, because I already cut my finger here. It's not good. It doesn't mean you cut your finger here, I will not do it here. It's nothing. Good. Чистить вот такие кокосы уже, которые пожухлые, и чистить спелые зеленые, это две разные вещи. Этот зеленый кокос очень быстро чистится и легко, а этот, он уже твердый, и его так просто не почистишь. Вот, но только вот именно с твердых кокосов можно сделать кокосовое молоко. Так, что там батя занимается? Батя высаживает папайю. Да, пап? Оу. Да, пап? Да, пап, да, пап. Mm-hmm. Да, пап не только папайю высаживает. Да, пап еще высадил укроп, который вылез, мне его жалко, он там корни вот такие уже. Mm-hmm. Вот, ну, пускай вырастет что-то, значит вырастет, нет, значит будем сеять просто. Mm-hmm. Потому что там вон сколько его еще. А? Его еще полно. Все уже, я уже не знаю. Батя вот там разбирается с кокосом. Ложу чуть-чуть есть. Мальчика мне сейчас даст вот эту вот штучку, она очень вкусная. Вкусная, сладкая. Нет, вот эту уже давать не будет, потому что она плохая. Ну. А вот то, что я съела, была очень сладкая. Прям сладкая-сладкая. Вот. Так, мамаечка скоро нам будет кофе делать. Батя уплетает кокос, там сидит. А мы с мамаечкой сейчас еще пойдем отрежем там кое-что. There's banana already inside. We'll take the other one then. Yeah? Okay. Мамочка не стала этот брать, потому что он там уже бананы растут. Угу. Так, пойду. Рубить палец пойду. Таби-таби по. Oh.
Так, маечка первый раз в жизни готовит такое. Так, вот так выглядит этот банан. Маечка уже нарезала немножко. Это у нас сегодня будет такой обед. Так, маечка тут же у нас собирается делать кокосовое молоко. Налила вот этого кокосового масла. Это кокосовое молоко. Это банан, там лук и чеснок. Батя делает терраски. And milk. Asim. Dogs already here. Pepper? Let's Yes, guys, this is real food. You can order that kind of food in the calendar, yes. Итак, что мы будем делать? Трапезничать. Если трапезничать. Мальчик не знает, что такое. Так, сейчас будем мы трапезничать. У нас сегодня вот такая вкусняшка маечка приготовила. И вот корм, так. Да. И того, такая вкусняшка именно. И корм. Да, вот так вот. Маечка будет накладывать. Ну как тебе? Отстань. Вкусно. Вкусно? Ты что? Сладенькое, оно да? Когда-нибудь вкусно не было. Вообще, любое блюдо, приготовленное на кокосовом молоке, очень вкусное. Любое. Любое, да. Вот. Что рыба, что мясо, что вот это вот хвост банановский. Банановый хвост. Пытаемся с батей вырвать этот кокос с земли. Пытаемся. Пытаемся, да. Получится, не получится, не знаю. Я думаю, получится со временем. Согреться. И если долго, получится. Корней нету. Ага. Давай, Сережа. Пап. Ау. Сережа. Маечка боится козла. Или это козочка? Нет, это козочка.
за мальчикой едет. Да, козочка? Здравствуйте. Еще один. Козлина. Сейчас пойдем на речку мыть мотоцикл. Потому что у нас грязный. Мотоцикл поедем мыть на речку. Вот, без мыла, без всего, просто так сполоснем его все. Так, все, приехали на речку. Смотрите, какая красивая водичка. Вот хочется покупаться прям, но вот единственное, что у меня еще палец не зажил. Он заживает, но еще не до конца. Вот. Красиво. Самое интересное, что видите, какой сильный был поток, что вот там вот, не знаю, может, здесь даже померять можно покупаться. Кусок стены этого бетона вытащил отсюда. Только вот отсюда, наверное, вот здесь будет. Не могу понять. А тут теперь пляжик, можно просто отдыхать там. Вот, это значит, вот здесь настолько вода поднималась, и можно было просто... не знаю даже. Можно сейчас там отдыхать, поставить палатку и отдыхать. Но единственное, что если будет опять дождь, вас унесет на. Красиво, мне здесь нравится.